8 угнанных автомобилей, один мотоцикл, обрез ружья и уйма марихуаны. В результате спецоперации сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии накрыли целое преступное сообщество. 8 человек промышляли кражами машин на территории Кировского и Дзержинского районов. Главным фигурантом нелегального бизнеса являлся пермяк 89-го года рождения. Автомашины, как правило, угонялись с неохраняемых парковок в ночное время, после чего перегонялись в отстойники, так называемые, где осуществлялось разукомплектование или изменение номерных агрегатов. В дальнейшем запчасти и агрегаты продавались. При обысках в гаражах были обнаружены специальные технические устройства, с помощью которых совершались кражи. Полуразобранные транспортные средства и около 50 различных автомобильных частей. Кроме того, в подвале одного из гаражей сыщиков ждал сюрприз в виде целой делянки конопли, а также около 700 граммов уже готовой к употреблению марихуаны. Две стеклянные банки объемом 2,3 литра. По фактам краж и незаконного хранения и культивирования наркотических средств возбуждено сразу несколько уголовных дел. Два задержанных заключены под стражу, остальные отправлены под подписку. Полиция проверяет причастность преступной группы к еще 14 эпизодам.